Уважаемые земляки, жители Хангаласского улуса, 13 сентября состоятся выборы главы улуса. Все зарегистрированные кандидаты – достойные люди, имеющие опыт работы по своей профессии, желающие приложить все силы дальнейшему развитию родного района. Я по мере возможности принимаю участие в проводимых мероприятиях в улусе, слежу за развитием улуса, работаю руководящих кадров районного, поселкового и наслежного уровня. Главным условием успешной работы руководителя улуса считаю умение слушать и слышать людей, принимать решения, отстаивать интересы района на уровне республики и страны, быть ответственным и честным. Из всех выдвинутых кандидатур на должность главы района считаю наиболее подготовленным Олега Валерьевича Иринеева. Он имеет опыт хозяйственной и руководящей работы, умеет вокруг себя сплотить команду единомышленников и общественность, о чем свидетельствует опыт его трудовой деятельности, особенно на посту главы 2-го Мальжигарского наслега села Улахан-Ан. За годы его работы значительно укрепилась материально-техническая база СХПК Берте, учреждения образования, здравоохранения, культуры, повысилось благосостояние жителей села, активизировалась деятельность общественных организаций. Общественные палаты Российской Федерации и Республики Саха-Якутия в 2015 году проводили форум общественности «Деревня. Душа России». Под руководством Олега Валерьевича жители Улахананского наслега принимали участие в проведении форума. Опыт их работы был высоко оценен на заседаниях форумов в республике в городе Якутске и в городе Москве. Уважаемые земляки, призываю жителей района принять активное участие в выборах главы района и отдать свои голоса за Олега Валерьевича Иринеева. Алексеев Вячеслав Петрович в 1988-98 годах председатель исполкома Орджоникидзевского районного совета народных депутатов, первый секретарь Орджоникидзевского райкома партии, первый заместитель главы Хангаласского улуса, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Хангаласского улуса, Качакасского и Актемского наслегов, депутат Верховного совета ЯССР 12-го созыва, палаты представителей Государственное собрание Ил-Тумен 2-го созыва.